предприятие со 125-летней истории. Началось все в 19 веке, когда супруга князя Дмитрия Голицына создала артель мастеров плетения. Потом завод производил гужевой транспорт. В 70-х годов прошлого века его специалисты начали делать двухъярусные клеточные батареи и товары народного потребления. Мы производим целый ряд птицеводческого оборудования. Оборудование для содержания кур несушек, для оборудования для выдерживания и роста молодняка. И вот сейчас практически заканчиваем освоение клеточного оборудования для содержания перепелов. В этом году предприятие получило субсидию на закупку 3 станков – литьевой машины, установки для точечной контактной сварки и зубофрезерного полуавтомата. У нас все технологические переработки металла присутствуют, до покраски включительно. Второй станок – это сварочная контактная сварка, и третий – уникальнейшее изделие из пластмассы. Вся техника уже в работе. С ее помощью производят детали конвейеров для транспортировки яиц и многоярусных клеточных батарей. Они нужны для содержания кур несушек и выращивания молодняка. Такое оборудование способно производить более 60 тысяч яиц в день. Вот эта техника практически европейского уровня, я бы так сказал и смело заявил об этом. Комплектующие всероссийские. На сегодняшний день, да. На Голицынском заводе трудится порядка 50 человек. Продукция пользуется спросом не только во всех регионах России, но и в Белоруссии и Киргизии. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».